Художественный руководитель Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков каждый год проходит вакцинацию в больнице номер 2. Обычно Михаил делает прививки от гриппа, но на этот раз, прислушавшись к совету врача, решил защитить себя и от пневмонии. Рассказывает, благодаря вакцинации сезонные заболевания переносят без осложнений. Некоторые люди у нас сейчас сомневаются в том, что надо делать прививки. Но я считаю, что непрофессионалы, люди, которые в этом не разбираются, они не могут судить о том, насколько прививка важна и нужна. Я же человек из того, в той эпохи, того времени, когда нас всех прививали, и никто не подверял никакого сомнения, только благодарны. По словам врачей, если вы чувствуете недомогание, вакцинацию лучше отложить. Необходимо, чтобы человек был здоров, чтобы последние 2 недели не было обострений хронических заболеваний и не было острых вирусных инфекций. После инфекции где-то через дней 10 нормализации температуры, выздоровление, можно смело делать прививку. После вакцинации иммунитет формируется в течение 2 недель. Медики уверены, сейчас лучшее время для того, чтобы сделать прививку. Информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно найти на сайте областного министерства здравоохранения. Полина Чулюкова, Августина Охременко, Григорий Плешаков. События.